вид с другой стороны на пекарни. Вот одна пекарня. Там кабак Папа Карло. Магазинчики. И вот красненькие кирпичики. Это вторая пекарня. И здесь вкусно по ней, по этой улице ходить. Вкусно пахнет хлебушком. Это раз. Единственное, что плохо, там не чистят вообще. Вон мужик чистит лопатой, а трактор там не ездит. А ту сторону шахтеров постоянно чистят. Вот так как-то. Но есть одно место, я его сейчас попозже покажу, где хлебушком совсем не пахнет. Это печально.